учимся сравнивать числа 4 и 5. У нас пришло сколько зверюшек? Считай. 1, 2, 3, 4. Сколько их пришло? 4. Покажи 4 пальчика. И найди среди других цифр цифру 4. Ребенок находит четверочку, кладет. Так, 4. Вот наши гости. Мы им приготовили ложки. Посчитай, сколько ложек. 1, 2, 3, 4, 5. Сколько приготовили ложек? 5. Показали 5 пальчиков. Находим цифру. Какую? 5. Нашли 5. Давай посмотрим. Как ты думаешь, нашим зверям хватит ложек или нет? И слушаем ответ. Почему ты думаешь, что хватит? Можно сказать, потому что зверей больше? Потому что зверей меньше, а ложек больше. Как будем проверять? Будем каждому зверю класть ложку. Волку дали, зайчику дали, белке дали, мишке дали. Посмотри, всем хватило? Да, всем хватило. И даже одна ложка осталась лишняя. Почему она осталась лишняя? Ребенок может ответить так. Потому что у нас зверей меньше, а ложек больше. Что надо сделать, чтобы было поровну по 4? Можно ложку нашу убрать. Тогда их будет поровну по 4. 4 зверя и 4 ложки. А можно прибавить одного зверя. Вот один зверь у нас пришел, и у него тоже есть ложка. Теперь у нас тоже поровну, но поровну по сколько? Поровну по 5. Убираем. Можно вот так убрать и посмотреть, сколько у нас зверей. Так, 1, 2, 3, 4. Сейчас вот так. Зверей у нас будет 5. А ложек у нас 4. А теперь нашим зверюшкам хватит ложек? Нет. Почему не хватает? Потому что ложек меньше, а зверей больше. Как сделать, чтобы всем хватило? Здесь есть два варианта. Либо мы добавляем одну ложку, и у нас всем хватает их поровну по 5. Либо мы убираем одного зверя, и тоже всем хватает, но их поровну по 4.